Ну, давай. Хорошо. Вопрос такой, что как быть, когда бывают моменты, когда творчество идет через тебя, и ты готов творить и предъявлять себя, выкладывать. В какой-то момент наступает, что нет этого потока. И опять же, привлечь кого-то к себе с помощью какого-то мертвого слова, тиражирования, делать по привычке или опираться на то старое, которое было, уже как-то не хочется. Хочется, ну, как-то в потоке проходить это и транслировать через себя поток. А в какой области, скажи, ты творчеством занимаешься? Ну, у меня несколько творчества. Это, например, точечная роспись и консультирование. Психологическое? Да. Отлично. И в какой области у тебя вот была вот эта ситуация исчезновения, ухода потока? Консультирование. То есть люди приходят, а тебе, ну, нет, ну, не идет энергия, чтобы говорить, и как бы так. Нет, с людьми у меня всегда, в общем-то, идет энергия именно в том плане, что вот как предъявить именно во мне себя. Ну, например, записать видео, записать пост. То есть вот сегодня у меня есть вдохновение, и я готова это транслировать. Просто выложить какую-то там по привычной что-то. Мертвое слово не хочется. Не надо. Не а надо. Как тогда? Ну, как сказать, первое, если ты творческий человек, то энергии достаточно на собственную счастливость, плюс ее избытки ты в творчество выражаешь. Если у тебя не хватает энергии на творчество и, может быть, на внутреннюю счастливость, бывают такие состояния, как будто психике нужно, ну, как бы интенсивность падает, как будто перезагрузиться. Ты следуешь своему ритму, ты не делаешь никакого, если ты хочешь, ну, скажем, творцом быть от Бога, ты не делаешь никакой фальши, никакого формализма. Еще вариант, когда уже человек пришел, и у тебя назначено, и ты думаешь, что все хорошо, переназначить невозможно, человек пришел. У тебя всегда есть до его прихода 3-5 минут, для того, чтобы собраться в себе, посмотреть, куда, на какую мысль, на какое переживание утекает энергия, мысленно закрыть эту дверь. И если все равно наполненности нет, ты обращаешься к Богу, к высшим силам, как угодно, к высшему Я, и говоришь: «Я прошу энергии из будущего. Я обещаю посвятить время себе и самовосстановлению». Обычно оттуда отвечают: если ты чувствуешь, раз влилось, но дала слово, значит, на какой-то момент выгорания, сигновения, тебе нужно на самовосстановление. Это означает время. Без интернета, без телефона. Но если ты занимаешься чем-то художественным, это можно. Вот. И ты просто, ну, условно говоря, занимаешься в чем-то своем. Если, например, тебе танцевать, танцуй. То есть найти, если тебе просто лежать в ванной, в ароматной ванной, будь. Если тебе что-то вкусненькое сделать для себя, сделай. Если просто Но это все. Если тебе помогает гулять, гуляй, но только без телефона, без интернета. А как же тогда вот маркетинговая вся вот эта система, что как только ты пропадаешь из поля общего видения, предъявления себя, да, и как вот с этим быть? Оно никуда не денется, и твой клиент тебя найдет, безусловно. Речь идет прежде всего о честности с собой и со своим Выше. Если я осознаю себя как транслятор, как проводник, если я не присваиваю себе наслаждение от сделанной работы, не я, но через меня, оно придет.
Дело в том, что ведь алгоритмы контакта, Ютуба и Фейсбука устроены так, что все эти посты выскакивают совершенно парадоксальным образом. Иногда у меня в ленте выскакивает пост, который человек выложил, например, там 10 дней назад. Почему-то он выскочил у меня. А в Ютубе иногда есть какие-то посты, как вот человека, который недавно смотрел, раз смотрю, выложено 8 лет назад. Если у тебя есть там информация, ссылочка на тебя, если есть запрос на тебя, если ты предъявлена. Более того, если тебе напишут и позвонят, и ты все-таки сказала, в принципе, честный ход, если просят, ой, мне нужна ваша консультация, назначить речь, честный ход сказать. А я сейчас не могу отвечать, взаимодействовать, непременно, ну, переназначить, если уже ты наверняка будешь знать, когда у тебя будет уже время. Вот, ну, сколько тебе надо, 3-5 дней. И назначить время. Человек написал, ты ответила. Очень важно, чтобы в безответности, когда человек не получает, он кого-то еще начинает. Или огорчается. Ну, вот, например, я сейчас делюсь тебе. У меня сегодня был случай, когда я получил сообщение. Говорит, очень нужно поговорить с вами. Именно с вами. Но у меня ситуация такая, что я хочу, ну, просто уйти из жизни. Человек пишет. Он только сегодня. У меня был час в течение обеденного перерыва. Но я в 12-м в перерывчике посмотрел и написал, обязательно сегодня в 21 час созвонимся. Я поговорю. Потому что если бы этот час я не посвятил себе перезагрузке, отдыху, то я бы был неинтенсивен для вас. То есть вопрос приоритета. Он говорит, большое спасибо, все, 21 час у меня созвон. Вот, вот это вот очень важная такая, то есть мир без нас устоит. Кому надо, нас найдут. Вот это вот какая-то включенность, и если я не вполне живу, но на автопилоте даю какой-то вторичок, то есть продукт, то это каким-то образом неизреченно считывается. Слова вроде те же, но в любом случае, запуская информацию в интернет, там слышна вибрация. Иногда бывает так. Я делаю репосты своих хороших текстов, которые выставлял на стену 5, 8, 7 лет назад. Я делаю репост. На него мало откликов. А на свежий текст почему-то там в течение суток 100-150. Как они узнают, я не знаю. Но где-то какая-то такая инстанция вибрационная понимает, как бы и, ну, это не так, что вот многие же люди когда-то прочитали это, но сейчас заходят уже другие. Тем не менее, старое не идет. Поэтому вот эта вот свежесть, новая. Конечно, есть хорошие фильмы старые, которые мы пересматриваем, но свежачок всегда отличается. В нем выстрелил импульс. Вот, поэтому честность с собой, честность в приоритете. Да, с высшим я, с Богом, хорошая договоренность и вера, что мой человек дождется, когда я восстановлюсь. Ну, то есть это ж так, это очевидно, и это все, то есть по правде, чтобы было. Вот, и потом придет ему точечный рисунок сделать. В качестве бонуса на лице. Да, тоже. Спасибо, благодарю.